Клип Моргенштерна и Сатира «Дабл Кап». С какими чувствами ты смотрел этот клип? Мне написал Морген и такой говорит, «Бро, у нас вот сейчас дебаты, а тебя вот задела эта тема или не задела?» Вот, я такой говорю, в смысле, какая? Он говорит, ну, в клипе. Я такой, типа, что? Я тогда был на съемках клипа. Ну, вот. я открыл, я сразу понял, что этот клип все будет содержать. Вот. Я его что-то промотал, увидел в конце вот этот подъем ко мне, ну, как бы... Не знаю, возможно, я ожидал от Моргина лучшего чего-то. А ваши отношения стали хуже после этого? Слушай, я не хочу с ним общаться, ну, типа, вообще. Ну, по крайней мере, в ближайшее время.